Участники 4-го международного форума «Религии и мир» обсудят 24 и 25 октября в Москве вопросы взаимосвязи религии и цифрового общества, передает РИА Новости. Тематика информационной безопасности не обходит стороной нашу религию, взаимоотношения между церквями, между народами, и мы вынуждены отвечать на те или иные угрозы, изучать эту тему, сказал президент Союза «Христианский мир», организующего форум Алексей Черкезов. По его словам, на мероприятии будут подниматься проблемы религиозного экстремизма в сети, миссионерской и благотворительной деятельности, все, что связано с общением в интернете, с социальными сетями, с блогерами. Участники форума «Религия и мир» обсудят, в частности, место и роль религии в современном цифровом обществе, новые коммуникационные технологии как инструмент миссионерского и социального служения, методы противодействия религиозному экстремизму, опыт работы конфессии в информационном пространстве.